Уважаемые рубежане, местным бюджетом 2019 года в рамках реализации программы содержания и ремонта объектов городского благоустройства предусмотрено 2,8 миллиона гривен на выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети. К сожалению, данных средств недостаточно для того, чтобы выполнить полный перечень мероприятий, включенных в данную программу. Данные средства планируется потратить на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, установку и замену дорожных знаков, а также нанесение дорожной разметки. С апреля по сегодняшний день продолжается текущий ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог. На сегодняшний день завершен ремонт дорог центральных улиц города, а также улиц, наиболее загруженных автомобильным транспортом, в том числе и пассажирским. Далее Рубежанским городским советом планируется выполнение ремонтных работ на дорогах внутри кварталов. Планируется произвести текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог квартала 8 микрорайон, 7 микрорайон, 9 микрорайон, районы 7-8 школы, а также квартал в районе автовокзала. По итогам работы, с учетом корректировок сметной документации и объемов работ, данный список может быть расширен. Хотелось бы обратиться к жителям города с просьбой не оставлять свои автомобили на внутриквартальных проездах для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для работы бригады и для того, чтобы они максимально качественно выполнили свою работу. Спасибо.